А теперь о котиках. Инстаграм Рамзана Кадырова высмеяли в американском юмористическом шоу. Ведущий Last Week Tonight на канале НВО очень иронично отнесся к проблеме, которой глава Чечни поделился с подписчиками. У Кадырова пропал любимый кот. Американец предложил искать питомца всей Чеченской республикой. А потом последовал обзор солидной коллекции футболок Кадырова с фотографиями Путина. На одном из снимков, кстати, засветился экс-губернатор Красноярского края Лев Кузнецов. Тоже в футболке с Путиным. Президент республики уже отреагировал. Выложил снимок ведущего с подписью: «Я устал шутить, я хочу беспокоиться о кошках в Чечне. Кстати, Путин наш лидер». Конечно же, с пририсованной президентской майкой.